В Ульяновске проходит молодежный саммит БРИКС. Сегодня состоялось пленарное заседание, на котором поднимались актуальные вопросы, проблем молодежи, а также творческие успехи и достижения. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Так расшифровывается международная аббревиатура БРИКС. Группа из 5 стран, на которых строится будущее, глобальная экономика и стабильность современного мира, в схожем английском слове БРИКС означает кирпичи. Однако строительство крепких и дружеских взаимоотношений не замыкается только в рамках экономической сферы. Большое внимание между союзными государствами уделяется развитию молодежной политики. Проведение молодежного саммита БРИКС на территории нашего региона не случайно. По итогам работы молодежных правительств России Ульяновская в этом году признана лучшим. На пленарном заседании роль молодежи в расширении сотрудничества на пространстве БРИКС международные российские спикеры поприветствовали участников саммита. Нынешний саммит проводится под девизом БРИКС «Вызовы времени для молодежи». И цель саммита – рассмотрение лучших практик молодежных инициатив, молодежного сотрудничества государств-участников БРИКС, выработка конкретных предложений по дальнейшему расширению гуманитарного сотрудничества. В работе саммита принимает участие более 170 человек. 30 делегатов представляют Россию, остальные – участники из Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, проживающие на территории нашей страны. Уже почти 3 года я живу в России, и мне очень нравится здесь. Очень хорошая, похожая культура тоже. Я думаю, что нет такая разницы, как люди думают. Все одинаковые, и мы можем много чего решать вместе. Я магистрант Казанского федерального университета, и я учусь на лингвистике. Вот. А расскажите, чем отличие молодежи России в Казани от вашей страны? Если честно, я думаю, очень большая разница. У нас разная идеология, и поэтому у нас наши мысли и наше поведение, если честно, очень отличаются. Да, я сейчас преподаю китайский язык с русскими иностранцами. Если у меня еще шансов, да, если можно остаться в России, да, то нормально, хорошо, да. По словам начальника отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяны Селиверстовой, пленарное заседание носило деловой характер. Но, безусловно, оно направило вектор работы саммита на взаимодействие органов власти с интернациональной молодежью. Нашей задачей, как организаторов, является то, чтобы по итогам сессии ребята смогли выработать новые подходы, механизмы, программы, проекты по международному молодежному взаимодействию по разным трекам в формате БРИКС. На саммите ульяновскую молодежь представляет Дмитрий Розенберг. Его главная задача, как модератора, заявить о талантливых и амбициозных ребятах региона. Сам же молодой человек является директором областного отделения «Городские реновации», которое продвигает проекты в сфере строительства и архитектуры. Сегодня будем рассказывать о том, какие у нас есть движения молодежные, классные, как у нас в Ульяновске, так и по странам БРИКС. Соответственно, мы хотим сегодня привлечь некоторых ребят, которые делают интересные вечерние мероприятия в Ульяновске, вот, и с которыми мы видим будущее и развитие Ульяновской области. Напомню, саммит проходит в Ульяновске до 2 декабря под девизом «БРИКС – вызовы времени для молодежи». Антон Никонов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.